Ну, я бывал там. Раньше было бесплатно, а теперь сказали 6 евро. Понимаю, что за искусство надо платить, но тут уже очень много искусства, которого можно и так посмотреть. Мы не жадные, но пойдем дальше посмотрим. Это что там? Ребенок завернут в асфальт. Да. Прикольно. Инсталляция «Ребенок под одеялом». В качестве одеяла использована тротуарная плитка. Сейчас попытаемся сфотографировать, если отойдут дети. Ну, в принципе, колоритно с детьми получилось даже. Ковка какая-то, да? А сначала думал, что это какая-то ковка просто, а это написано This is 16th century well in stone. Это 16-го столетия колодец в камне. Ну, так, по крайней мере, написано. Возможно, даже на русском где-то есть. Ди, сёкул, ве... А, нету. Ну ладно, колодец. Красиво, хорошо. Ну там я имею в виду что-то там. А, ну это да, площадь есть. Ага. Как это называется. Так, еще одна центральная площадь. Тоже что-то все под реставрацией. Кафе, люди отдыхают. Пиво. Знаменитое бельгийское пиво. Тысячи сортов. Если будем в Брюгге, можно побывать в знаменитом баре, где выставлено порядка там много-много, не буду врать, много сортов пива. Еще раз снимем красивую эту площадь. Конечно, все под реставрацией. Раньше здесь все было, ну естественно, все снято было, флаги. Красивее было, но ничего. Колориту европейским городам не занимать. Thank you.
слушать. Здорово. Мужики в кабачке бухают. Похоже на тупик, но вроде не тупик. Есть? А, вокружку, да? Без этого, без чехла снимаю, ну без этого, без ободка снимаешь же, все пальцы в кадре. Любовь с первого укуса. Love at first bite. Наши телезрители-то ведь не были. А здесь это штучка для фотографирования. Мне интересно, мы вышли на каналы или мы вышли на реку Шельда? Вот мне что интересно. Вот там центральная площадь, где Орел или Орешка снималась, она вот там вот стояла. Ага. Может, я сейчас пройти? Можно. А это же вообще такого очень старого века там. Но это не новострой? Это не новострой, да. И городские ворота были. Ну, ладно, хорошо, сейчас туда, может, прогуляемся, посмотрим. Как написано в путеводителе, как называется? Замок стен. Замок стен. 13 век была построена для чего? Для контроля прохода по реке Шельда, да? Да, да. Получается, что это река Шельда, а не каналы. Может и каналы, конечно. Прикажешь, что может. Да, может быть, изменила направление там чернее. Сейчас посмотрим. Это расцветка флагов, про которую я думаю. Ну, похоже на то, на ГУБДЕ-то. Но они же прошел этот прайд тоже, они же целый месяц. Прайд у них прошел. Перейдем? Я думал, это мост, а это не мост, это просто, наверное, это... На вход на набережную, просто возвышение, наверное, какое-то. Вот здесь Орел и Орешка снимал. Ну, я не смотрел Орел и Орешку, ты передачу. Может, ты смотрел, ну, только забыл. Можно на
Можно даже это, репортажи снимать. Вот так вот поставить камеру и что-нибудь это разглагольствовать. И теперь вы находитесь в Антверпене. На мосту на набережную. Шельда. Написано, что Шельда. Река Шельда. Сейчас посмотрим. Да, точно набережная. Прикольно.